Что? Пятерка. Ты же не представляешь, как это было. Я захожу, беру билет, именно тот, который я учил, понимаешь? Здорово. Слушай, а ты родителям сказал? Конечно, сказал. В первую очередь позвонил и все рассказал. Но они же мне и репетиторов, и вообще они парились по поводу экзаменов сильнее, чем я, ты же знаешь. Блин, Петь, я спрашиваю, она с тобой? Ну, сказал. Ну, в общих чертах. Ну, они обрадовались за тебя, за нас. Они, конечно, удивились, но, в принципе, они очень не обрадовались. Правда? Слушай, это что, знакомиться скоро будем? Значит, скоро будем. Ура! Ладно, скромняшка. Я домой побежала, у меня у мамы день рождения. Хорошо, целуй. Нехорошо опаздывать. Пока. Ну что ж, господа, я думаю, обойдемся без лишних предисловий.